выглядят кабинки, где прослушивают людей. Да. Вот, вы видите, там задом такой паренек стоит. Ну, не как паренек, уже мужичок такой в годах. Это Анатолий Алешин, который пел свое время «Странную ночь». И на его песнях вырос. Вот он сейчас объясняет какому-то парню, что он классно поет, у него все ништяк, но не хватает чего-то ему от индивидуальности какой-то, понимаешь? Вот искры божьи. Вот. А наша кабинка будет, наверное, вон та, самая крайняя, я думаю. Да, наверное, та. И она принесет нам удачу. Ну все, до встречи. Как я и обещал, я делаю эту рецензию спустя час после нашей последней встречи. Как нам сказали только что, вот эти номера уже не имеют никакого значения. Имеют номера только значение вот эти вот. Какую ты кабинку пойдешь, всем уже пофигу. Потому что, понимаете, накал настолько силен, что сейчас просто начнутся драки уже скоро, через часик, я думаю. Потому что люди здесь с утра сидят по 7 часов и не могут пройти никак, спеть свою любимую песню в кабинку. Так что все лучше и лучше, я доволен организаторами все больше и больше. Я думаю, спустя час еще я вам еще запишу видосик. Да, друзья? Да, именно. Мы до сих пор стоим перед этой замечательной лестницей. Егор уже отчаялся попасть. Несмотря на то, что у него ноги начинаются с десятки. Сказано, повезло. Вместо туалета пошло регистрироваться. А мы пошли в туалет, и поэтому номер у нас начинается с 12. В общем, короче, сейчас в 10 вечера, я думаю, мы споем в таком самом певческом настоящем состоянии. Или в 11 даже, еще лучше. Как гаркнем сейчас на всю страну. Вот. А что еще сказать, я не знаю. Я хочу есть. Я хочу взорвать это место. Итак, друзья, мы все-таки попали сюда, и очень скоро, буквально через 5 минут, у нас будет возможность блеснуть своим голосом. Вот, нас принимает этот мужчина с очень брутальным голосом. Да. Насколько я понял, этот мужчина еще никого не пропустил, поэтому мы будем первыми. Парень, отойди. Thank you.
Ну, что ж, друзья, вот мы и выступили перед жюри, они отправили нас домой учиться петь, но один парень все-таки из нас прошел, и это будет для вас сюрприз. No.